Привет! Лаборатория машинного интеллекта – это уникальное место, которое соединяет потребности бизнеса и научные исследования. Молодая команда специалистов в области машинного обучения под руководством лидеров российского анализа данных берется за самые сложные, но емкие задачи, решение которых повлияет на всю индустрию искусственного интеллекта. Наша лаборатория дает уникальные возможности для роста и развития молодых исследователей. Стажировочная программа позволяет за год приобрести навыки проведения исследований и опубликовать их результаты в ведущих журналах. В лаборатории функционируют научные группы по обработке естественного языка, обработке временных рядов и компьютерному зрению. В составе этих научных групп и под руководством опытных консультантов студенты могут выполнять научно-исследовательские работы, взаимодействуя с международными лабораториями. Партнерами лаборатории выступают ведущие технологические компании с мировым именем. В их числе Huawei, Сбербанк, Ростелеком и МТС. Креативное мышление выпускников МФТИ, умение решать нестандартные задачи и среда для эффективного проведения исследований привлекают индустриальные компании. Команда лаборатории применяет бизнес-ориентированные подходы к проведению исследований, что способствует росту экспертности и репутации на российском и международном рынках. Мы хотим предоставить студентам и выпускникам МФТИ в стенах родного вуза стать учеными и проводить исследования на международном уровне. Приходи к нам в лабораторию и сам все увидишь.